Здравствуйте! Сегодня с вами обсудим вопрос, для чего необходимо записываться на прием к гинекологу для назначения гормональных контрацептивов. На сегодняшний день существует достаточно большая линейка выбора гормональных контрацептивов, и отличаются они действующим веществом, так как они могут назначаться не только с контрацептивной целью, но и с лечебной, например, при предменструальном синдроме, при болезненных менструациях, при эндометриозе, при нарушении менструального цикла, при гиперандрогении и так далее. Поэтому на осмотре, после осмотра точнее, доктор, собрав ваш анамнез, назначит вам тот препарат, который будет подходить конкретно вам, и сказать просто так, какой гормон будет лучше, не зная вас, не зная вашей ситуации, невозможно. Поэтому для этого необходим очный осмотр, проведение некоторых дополнительных обследований и назначение правильного гормонального препарата. И помните, что задача врача – назначить минимальную дозировку гормона, которая будет максимально эффективна в вашем случае. И в таком случае вы сможете длительно принимать данный препарат и не бояться за побочные эффекты. Надеюсь, что эта информация была для вас полезна. Спасибо за ваше внимание. Подписывайтесь на мою страничку.